В образовательных учреждениях Тюменской области сегодня возобновился очный формат обучения, но прежде чем школьники вернулись за парты, в помещениях провели дезинфекцию. Спецсредствами обработали коридоры, классы и столовые. Особое внимание уделили контактным поверхностям. Препараты никохлор 1%, действие его выветривается через 60 минут ориентировочно, и дикодез 2% раствор, действие которого выветривается уже через 30 минут. Поэтому, конечно же, это средство безопасно для детей. Раствор этот без запаха. Обработка может проходить в присутствии людей. После санитарной обработки в школах провели и генеральную уборку. Также в образовательных учреждениях продолжают соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Потоки учеников разведены. На входе, в столовой, во время приема пищи и перед уходом домой у детей измеряют температуру.